зрители футзала, вашему вниманию первый предсезонный турнир перед началом чемпионата города по футзалу Select Preseason Cup. Silver Division, первый тур. Встречаются команды The Saints, футболки, манишки красные, и команда Lucky Loves, футболки белые. Встречу обслуживает бригада арбитров в составе Геннадия Горы и Алексея Сичкаря. Первый фол The Saints. Thank you.
Первый фол, Lucky Laps. Спасибо.
Минутный перерыв, The Saints. Thank you.
Второй фол Lucky Lads. Наказуемая процедура, внимательно. Последняя минута первой половины встречи. Время чистое. Закончили.
Свою зайдите, второй. Да. Мяч ворота команды Lucky Loves забил Данил Акулин, номер второй. Первый фол The Saints. Yeah.
Второй фол, команда The Saints. Желтая карточка, Андрей Васильковский. Первый фол Lucky Labs. Желтая карточка Олесь Шевченко, номер 2. Давай, ну, стой, дай, ты стой. Два. Два. Два.
такое, ребят. Минутный перерыв. The Saints. Thank you.
Второй и третий командные фолы Lucky Loves. Предупреждение в команде Lucky Loves Анатолий Потапов, номер 4. И в команде The Saints Дмитрий Перепеленко. Четвертый фол Lucky Loves. Ребят, тайм-аут, когда просите хронометристу подходите, скажите, на нас идите тайм-аут. Минутный перерыв Lucky Loves. Понял. А на противоположном дальнем штабе.
Последняя минута матча. Время чистое. Мяч в ворота команды Lucky Labs забил Данил Акуленко. Третий мяч в ворота команды Lucky Labs забил Дмитрий Перепеленко. Мяч в ворота команды Lucky Labs забил Сергей Величко. Третий фол The Saints. Мяч в ворота команды The Saints на последней минуте забил Игорь Иванов, номер 6. Закончилась встреча между командами The Saints и Lucky Labs. Со счетом 4-1 победу одержала команда The Saints.